Закрыто! Заготовка рогов временно прекращена. В конце концов, я тоже имею право на обеденный перерыв. Когда открыто, их никого нет. Но. Моя фамилия Фунт. Фунт. И что? Вы полагаете, это достаточное основание, чтобы врываться в учреждение, закрытое на обед? Вот вы смеетесь. А моя фамилия Фунт. Мне 90 лет. О, у вас контора. У вас контора. Да, у нас контора. И что? Дальше, дальше. Старичок. Вам, собственно, что угодно. Вы видите на мне эти брюки? Это же пасхальные брюки. Раньше я надевал их только на Пасху. А теперь я ношу их каждый день. Но. Слушайте, вам нужен председатель. Какой председатель? Официальный, глава учреждения. Я сам глава. Значит, вы собираетесь отсиживать сами? Так бы сразу и сказали. Зачем же вы мне морочите голову уже целых 2 часа? Я Фунт, я всю жизнь сидел за других. Такая моя профессия — страдать за других. Не волнуйтесь, дедушка. Так вы подставное лицо? Да, я зиц-председатель Фунт. Я всегда сидел. Садитесь. Я сидел при Александре II Освободителе. Я сидел при Александре III Миротворце. Я сидел при Николае II Кровавом. При Керенском я тоже сидел. Вот при военном коммунизме я не сидел. Не было работы. Но зато как я сидел при НЭПе. Ой-ой-ой, ну как я сидел при НЭПе. Шура, сразу видно человека из раннего времени, Шурочка. Таких людей уже нет. Где? А скоро совсем не будет. Раз, два и все. Я за 4 года провел на свободе всего 3 месяца. А теперь я хожу, я не узнаю нашего Черномора. Он не узнает, а я узнаю Черномора. Где, я вас спрашиваю, частный капитал? Где частный капитал? Где? Где акционерное общество со смешанным капиталом? Со смешанным капиталом где? Где это все? Где все это? Это безобразие! 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 Это возмутительное хамство, да, мой дорогой! Да, да. Так, ну вот вы и кончили. А теперь скажите, вы не знали такого Корейка Александра Ивановича? Не знал. Такого не знал. А вообще вы кого-нибудь знали из Геркулеса? Я не знал Геркулес. Вокруг Геркулеса кормилось несколько частных акционерных обществ. Именно? Ну, например, интенсивник. Председателем был приглашен я. Интенсивник получил в Геркулесе большой аванс на поставку чего-то лесного. Председатель не обязан знать, чего именно. Получил аванс и сейчас же лопнул. Кто-то схватил на этом большой куш. А кто именно? Кто? Кто фактически руководил? Кто его знает? По моему мнению, это был один человек. И этот человек был голова. Я ему пальца в рот не положил бы. Кто этот человек? Вспомните. Фунт этого не знает. Фунт должен только сидеть. В этом моя профессия. Я сидел при Александре II, и при III, и при Николае Александровиче Романове, и при Александре Федоровиче Керенском, и при НЭПе, и во время угара, и до угара, и после угара. Я сидел при царизме, я сидел при социализме, я сидел при Гетмане, а теперь я без работы и должен носить. Ну, с кем-нибудь из Геркулеса вы виделись по авансовым делам? Ура! С кем вы имели дело? Со мной имел дело бухгалтер Берлага. Как вы говорите? Берлага. Слушайте, не морочьте голову занятому человеку. Будете брать председателя? Я вижу, в вашей конторе нужен председатель. Слушайте, я же беру недорого. 120 рублей в месяц на свободе и 240 в тюрьме. Ну, 100% надбавки за вредность. Пожалуй, возьмем. О!
Подайте заявление уполномоченному по копытам. Мой стол будет стоять здесь. А вы, товарищ уполномоченный, сегодня же вручите эту повестку гражданину Берлаге. Явка обязательна. На колени! Встаньте. Идите сюда. Немного интересного рассказали о вас в Москве, Нижнем Новгороде и Одессе. Садитесь. Вы конченый человек, Берлага. Но будем разговаривать. Будьте искренни. Вы у нас как Шахерезада. Сегодня настало время рассказать о вашем сослуживце, гражданине Скумбриевиче. Есть такой? Меня очень интересует его художественный образ. Итак? Если приподнять завесу, то становится весьма очевидным, что гражданин Скумбриевич родился в 1891 году. Наше мимолетное знакомство не дает мне основания утверждать, что он честный человек. Обязательно здесь рассказать Геркулесе, что он на межведомственном должен быть здесь. Ну, знаете, у нас в нашем Черноморском отделении тоже есть свои слабости, свои неполадки в пробирной палатке. Но такого бюрократизма, как в Геркулесе, верно, Шура? Люблю моментальную фотографию. Ну? Вот, смотрите. Ну. Видите? Это его вещи. Гражданин Скумбриевич! Журик! Теперь-то уж он далеко заплыл. Мы с ним ведь всегда... Хватит! Я не могу больше ждать, Шура. Придется действовать не только на суше, но и на море. Нате. Дяденька, а? Дай посмотреть. Пожалуйста, если любопытствует. Вот так да. Вон там, за буем. Да, Балаганов, вы пока приготовьте берлагу, он может понадобиться. Поняли? Есть, понял! Товарищ Скумбриевич! Одну справочку! В чем дело дальше? Минутку! Кто подписывал авансовые счета интенсивника? Какие авансовые счета, товарищ? Какие те, по которым вы получали, сад? Я получал, а товарищ! А кто получал? Папа Римский получал? Или Пушкин получил? Нет, минутку! Товарищ, никакого Пушкина, никакого Папы Римского! Вам нет смысла плыть на берег, вас тут обошли неприятности! Шура! Запускайте берлагу! Дядь, дай попить.
Свидетель обвинения, повторите сумму, полученную Скумбриевичем от южного лесорубника. Кто этот человек? Я не знаю этого человека. Осмотритесь, как... Не надо нырять! Не надо... Черт, ну что? Что вы делаете? Все наверх! Продолжим разговор на поверхности. Брэк, без драки! Без драки! Очная ставка продолжается! Разрешите? Прошу вас, смотрите. Туда, туда, смотрите. Сознался нас, Скумбриевич. Не выдержал очной ставки. Подкачал. Выдал, гадюка. Я это сделал не в интересах истины, а в интересах правды. Здрасте. Извините. Извините. Шура, здесь чувствуется лапа корейка. Я не ошибаюсь, авансовые счета подписывал именно товарищ Полыхаев. Я не ослышался. Полыхаев. Я же говорил, что я на одну минуточку. Что ж теперь будет? Ведь я погибну. Ну, скажите мне, золотой мой, серебряный, ведь я не погибну. Я могу быть спокойным. У меня жена, дети и еще одна женщина в Ростове-на-Дону. Я ничего не утаил. Честное слово, я сказал всю правду. Я был до конца искренен. Мое личное дело, я могу быть спокойным. Полное спокойствие может дать человеку только страховой полис. Это вам скажет любой агент по страхованию жизни. Здрасте. Добрый вечер, товарищи. Лично мне вы больше не нужны. Вот государство, оно, вероятно, скоро вами заинтересуется. Вы знаете, мой дорогой, подержите, пожалуйста, на минуточку. Как-то я последнее время перестал доверять Бендеру. Что-то он не то делает, Шура, не то. Ну-ну, а вас-то не спрашивают. В чем тут ну-ну? Вы знаете, как я уважаю Остапа Ибрагимовича. Это такой человек, но... Ведь вы подумайте только, на что он тратит наши деньги. Представьте себе, зачем нам эта дурацкая контора? А? Эти оленьи рога за 65 рублей, чернильница за 200 рублей. И какие-то дурацкие дыросшиватели. Ну-ну. Причем тут ну-но? Вам, Шура, я скажу как родному. Я очень уважаю Бендера. Очень. Но... Осел. Осел, что можно делать? Осел, какая-то жалкая, ничтожная личность. Вы не очень-то. Ведь Бендер из вас делал человека. Вспомните, как вы в Арбатове бегали с гусем. А теперь вы служите, вы получаете ставку. Вы член общества. Ой. А я не хочу быть членом общества. Ведь это какой-то идиот. Зачем он затеял эти дурацкие розыски, когда деньги можно взять сегодня же голыми руками? Зачем он, спрашивается, ездил на Кавказ? Он говорит, в командировку. Не верю. Ну, не верю. Паниковский не обязан всему верить, Шура. Короче, я был вчера в доме у Корейка. Денег, конечно, я там не нашел. Но я обнаружил кое-что получше, Шура. Гири. Две огромные черные гири, Шура. Вам я скажу как родному, Шура. Вы же знаете, как я вас уважаю, как я вас люблю, Шура. Я открыл секрет этих гири, Шура. Какой же может быть секрет? Обыкновенные гири для гимнастики, а? Вы знаете, Шура, как я вас уважаю. Ну? Так вы тоже осел. Идите за мной. Идите за мной.
Это золотые гири. Шура, тихо! В каждой по полтора пуда. Три пуда чистого золота 96-й пробы. Я это сразу понял, меня прямо как ударило. Я стоял перед этими гирями и бешено хохотал. Шура! Кто? О, корейка, Шура, корейка. Но мы тоже. Шурочка! Ставлю себе золотые зубы и женюсь. Надоело, Шура, надоело. Ей-богу, честное, благородное слово, Шурочка. Шура. Шура, давайте рассуждать так. Стал бы я вам рассказывать такой секрет, если бы я мог один унести эти гири. Но я старый больной человек, Шура, а гири очень тяжелые. И я приглашаю вас как родного, Шура. Я честный, я не Бендер. Шура, а вдруг они не золотые? Эх, вы видели, а? А какие же они по-вашему? Да, теперь мне все ясно. Шурочка, идите, заплатите за кефир. Заплатите за кефир, там сочтемся. Часовщику. На пробу. У меня есть знакомый часовщик, месье Биберхам. Он даст настоящую цену. Не то, что в ювелирторге, где настоящие цены никогда не дадут. Никогда, Шура, то, не носите может быть в такой поздний час. Боже, муки творчества. Писатель. А мы ему все-таки дадим часть. По справедливости, а? Михаил Сергеевич! Это жалкая личность меня просто смешит. Пишет, смотрите. Ильф и Петров. Слушайте, а где мы будем пилить наши гири? Вы подумали? А я знаю одно место у Черного моря. Мы тут стоим, как сумасшедшие. Боже мой, поистине золото сводит с ума. Боже мой, что делать? Некому даже оценить мой титанический труд. Нет. Теперь я за нее меньше миллиона не возьму. Иначе мои добрые мулаты просто не будут меня уважать. Командовать парадом буду я. Телеграмма.
одна пылинка золота не должна пропасть. Кто вы? Поднимите. Ставьте сюда. Ставьте. Ставьте. Теперь идите. Идите мою, мою. Мою поднимайте гирю. Мою гирю. Вот. Точные весы. Точные. Аптека. Мы беседуем с вами только 2 часа, а вы мне уже надоели, как будто я знал вас всю жизнь. С таким характером хорошо быть миллионером в Америке. У нас миллионер должен быть более покладистым. Вы сумасшедший. Не оскорбляйте меня. Я сын турецко-подданного, следовательно, потомок янычаров. А янычары не знают жалости ни к женщинам, ни к детям, ни к подпольным советским миллионерам. Уходите, гражданин, уже 3 часа ночи. Я спать хочу. И потом мне рано на службу. Я не пойму, что вы от меня хотите? Любви. Я хочу, гражданин Корейка, чтобы вы меня полюбили. И в знак своего расположения выдали мне 1 000 000 рублей. Вон. А? Вон. Я 1000 раз вам повторял. Нет у меня никаких миллионов. И не было. Понятно? Угу. Ну и убирайтесь. Я жаловаться на вас буду. Жаловаться вы на меня никогда не будете. Ну, поговорим серьезно. Вон папка, поглядите. Ну, хорошо. Только без эксцессов. И главное, не умирайте от удара. Вы поставите этим меня в глупое положение. Пропадет плод кропотливого труда. Итак, папка, она продается, стоит 1 000 000. Купите. Просто смешно. То вы приходите с какими-то деньгами, то дело выдумали. Просто смешно. Ну, как сделка состоится? Недорого прошу. За килограмм сведений о подземной коммерции прошу по 300 тысяч. Какие сведения? Самые интересные. Сведения о вашей второй и главной жизни, которая разительно отличается от первой, служебной, геркулесовской. Ваша первая жизнь известна всем. От 10 до 4 вы за советскую власть. Но вот о вашей второй жизни... Знаю я один. Вы учли ситуацию? Нет. Александр Иванович, знаете, вы произошли не от обезьяны, как все остальные граждане. Вы произошли от коровы. Туго соображаете. Я еще раз вам говорю, папка продается, стоит 1 000 000. Если вы ее не купите, я ее отнесу. Покажите дело. Не суетитесь. Командовать парадом буду я. Пойму, что вы от меня хотите? Ну, разве посмотреть из любопытства? А, ну что ж, приступим, исходя из этого, в конце концов, невинного чувства. Господа присяжные заседатели, я начинаю. Мой подзащитный Александр Иванович Корейко. Родился в 1800, впрочем, спокойно, детство можно опустить. В то голубенькое время Саша еще не занимался коммерческим грабежом. Далее идет розоватое отрочество, юность, о боже, начало жизни и, наконец, творческая зрелость. Вот они, первые крупные делишки моего подзащитного. Как-то торговля казенными медикаментами во время голода и тифа. Работа по снабжению, в результате которой исчез железнодорожный маршрут с продовольствием, идущий из Полтавы в голодающее Поволжье. Но все эти факты, господа присяжные заседатели, нас интересуют с точки зрения чистого любопытства. Перелистнем несколько страниц. О, прошу нервных покинуть зал.
страница 41 по 57. Не лишено любопытства появление моего подзащитного в Москве в 1922 году. Посмотрите на его лицо, господа. Ничего не понимаю. А это не золото. Пилите, Шура, пилите! Ой. Не подходите! Не подходите ко мне с этим железом! Я вас презираю! Давите на мою психику! Совершенно невозможно заниматься. Куда вы, мамаша? Итак, господа присяжные заседатели, заседание продолжается. И, как видите, лед тронулся. Подзащитный пытался меня убить. Но, разумеется, только из чистого любопытства. Ему просто хотелось узнать, что у меня там находится внутри. Я спешу это любопытство удовлетворить. Там внутри находится очень честное и очень здоровое сердце. Отличные легкие и печень без признаков камней. Прошу занести этот факт в протокол. Да, теперь уже ясно, что вы меня не любите. Мне никогда не добиться от вас то, чего добился друг моего детства Коля Остенбакен. От подруги моего же детства, польской красавицы Инги Зайонс, он добился от нее любви. Ладно, считайте серенаду законченной. Я пришел к вам как юридическое лицо. Юридическому лицу. Идем дальше. Страницы дела с 89 по 121. Прошу суд разрешения задать несколько вопросов моему подзащитному. Не имел ли господин подзащитный внеслужебных дел с геркулесовцем бухгалтером Берлагой? А? Нет. Очень хорошо. А с геркулесовцем Скумбриевичем? Тоже нет. Отлично. А с геркулесовцем Полыхаевым? Нет. Вопросов не имею. Я устал. Есть хочу. Фу. Александр Иванович, у вас нет холодной котлеты за пазухой? Нет. Удивительная бедность, особенно если принять во внимание величину суммы, которую вы выкачали из Геркулеса вместе с Полыхаевым. Итак, господа присяжные заседатели, мой подзащитный грешен. Это доказано. Очень грешен. Какого наказания он заслуживает? Я так и думал, Александр Иванович, плохо дело, плохо, плохо, ой, плохо. И все же я позволю себе, господа присяжные заседатели, просить о снисхождении для моего подзащитного. На том, однако, условии, что он купит у меня папку за 1 000 000 рублей. Я кончил. Светает, ах, как скоро ночь минула. Когда вы пришли ко мне под видом киевского милиционера, я подумал, вы мелкий жулик. Но, к сожалению, я ошибся. Иначе черта с два вы меня нашли. Ага, вы ошиблись. И на старуху бывает проруха. Как сказала польская красавица Инга Зайонс через месяц после брака с другом моего детства Колей Остенбакеном. Ну, историю с этим нищим идиотом я еще понимаю. Но почему вы у меня украли гири? Какие гири? Вам стыдно признаться.
Никаких гирь я не крал. И вообще вы наделали массу глупостей. Возможно, возможно, я не ангел, у меня есть недостатки. Но я заболтался с вами, меня ждут мулаты. Как насчет денег? Прикажете получить? Да, деньги. С деньгами заминка. Но. Папка хорошая, слов нет. Купить можно. Но миллион несуразная цифра. До свидания. По моим подсчетам, у вас 8-9 миллионов. Побудьте дома, пожалуйста, полчаса. Никуда не выходите. За вами приедут в чудные решетчатые кареты. Слушайте, так дела не делают. Возможно. Но я, знаете, не финансист. Я свободный художник и холодный философ. Слушайте, за что же вы хотите получить столько денег? Я их заработал, а вы? А я не только трудился, я даже пострадал на этом деле. После знакомства с вашим прошлым и настоящим, я потерял веру в человечество. Разве это не стоит миллиона рублей? Вера в человечество. Стоит, стоит. А кровавые мальчики беспокоить не будут? Не боитесь с миллионом? Мамаша, пойдемте в закрома. Если далеко, я могу машину. Нет, не нужно лишний помп. Прошу. Ваше здоровье. Чем я думал. Правильно, с деньгами надо расставаться легко, без стонов. Для хорошего человека и миллиона не жалко. Скабрёзные старики, опереточные комики. Слушай, гражданин Корейко, бросьте дурака валять. Но, что за шутки? Любезный! Осторожно, товарищ! Гражданин позащитный! Гражданин, вы отравлены. Гражданин, вы отравлены. Отравлен! Александр Иванович! Складите его! Что? Кто вы? Кладите. Вы ответите за это! Меня кладите его! Гражданин, вы же отравлены. Меня мама ждет! Ничего, будьте спокойны. Будьте спокойны. На ноги вы, брат! Несите его, несите. Братцы! Несите. Передайте моему папе, турецко-подданному, что его любимый сын, специалист по рогам и копытам, пал смертью храбрых в бою. Ура! Взовейтесь, соколы орланы! Какие виды защиты есть от боевых сильнодействующих отравляющих веществ? Может быть, никакой защиты нету? Нет, оказывается, есть. И так страшно. Капельно жидком виде для поражения личного состава через кожные покровы и органы дыхания, а также для заражения боевой техники и материальных средств. Фосген, синильная кислота применяются. Ты что ж не люди? Что вы делаете? Что вы со мной делаете? За имя вам, Пенрон, возраст вам уже, да? Вы мне за все ответите! Шура, вы свидетель! Командор! Стойте! Стойте, гражданин! Вы же, по-моему, отравлены газом! Чего? Вы что, на именинах у архиерея были?
гуси-лебеди. Что поделывали? Ей-богу, это все Паниковский. Паниковский. Честное, благородное слово. Ну-ну. Вы же знаете, Бендер, как я вас уважаю. Неужели вы не видите? Что-то балагановские штуки. Шура. Вы ему поверили? Разве я без вашей команды мог бы взять эти гири? Игорь. Иуда. А? Какая Иуда? Где Иуда? Ты кто такой? Кто он такой, а? Так это вы украли гири? Но зачем? Зачем же? Паниковский сказал, что они золотые. Спокойней, товарищи, спокойней. Не больше не... Сейчас, мадам Варга, придет, и вы увидите, что в этой беде. А как дела с подзащитной? Дела идут прекрасно. Если не считать, что подзащитный вместе с деньгами скрылся в неизвестном направлении. Смотрите, Бендер. Да. Вон, видите, барышня сидит. Хорошая барышня. Это она тогда с корейкой гуляла. Да? А! Так это и есть Зося Синицкая. Пардон. Вот уж, как говорится, средь шумного бала случайно. Не отвлекайтесь, мадам. Пардон. Извините, девушка, вы не жили в 1798 году близ Марселя? Какой? А, значит, была другая женщина. Еще, пардон, продолжайте. Тише, тише. Рождающий день. А, кстати, вы знаете, из чего сделан ваш гребень? Из рогов и копыт. Я говорю это как специалист. Я увлекаюсь техникой. А, техника, да. Техника в период реконструкции, между нами говоря, решает все. Но, однако, и мы, гуманитары, филологи, вы любите Байрона? Угу. Какая фемина, боже мой. Что вы мне говорили? Чемберлен! Вот я А, вот, кстати, познакомьтесь, мои друзья. Паниковский, губернатор острова Борнео. Весьма польщен. Весьма приятно. Зося, очень приятно. Это Шура Шмидт. Прошу вас. Приятно, балаган. Зося. Идемте. До свидания. Куда вы? Одну минуточку. Из Кавказа, изгнанник рая пролетал. Знаете, сидит. О чем вы с нею говорили? Так, ничего, печки-лавочки. Ну что, золотая рота? Знаете что, отдайте мне мою долю и все. Узнайте подзащитного. Ищите! Ищите же подзащитного! За это время с вокзалов ушло по крайней мере 10 поездов, штук 5 пароходов. Но, повторяю, страшного ничего нет. Вот в Китае... При чем тут Китай? Трудно найти нужного человека. Там 400 миллионов населения. Азия. А у нас всего 160, значит, в 3 раза легче, чем в Китае. Найдем. Были бы только деньги. Так деньги же у нас есть. Правильно, деньги у нас есть. Вот все, что осталось от 10 000. Как? 34 рубля. А я думал, у нас еще 7 000 на текущем счету. Как это получилось? Все было так весело, мы заготовляли рога и копыта. Жизнь была упоительной, и земля крутилась специально для нас. И вдруг... А, понимаю. Накладные расходы. Огромный бюрократический аппарат съел все деньги. Все. Лучше поздно, чем никогда. Остап Абрагимович, давайте разделим эти деньги. Нам с вами по 15, и ему 4. Он и на 4 не наработал. А Козлевичу? Какой Козлевич? Да, такой монет? По справедливости Козлевичу! Хватит.
Эти деньги мы оставим на самый черный день для покупки провизии, когда у нас у всех начнется цинга. А что же мы теперь будем делать, а? Как что делать? А контора, инвентарь? За один только чернильный прибор любое учреждение с радостью даст 100 рублей. А пишущая машинка, а дыропробиватель, оленьи рога, стол, барьер, самовар, все это можно продать. Стоп! Вот и состав преступления! За целый сезон 10 килограмм несортовых травм! Они пойдут под суд! Это состав преступления! Они пойдут под суд! Это я удаваю! Все назад! Контора умерла! И мы здесь больше не нужны! Шура, у вас есть деньги? Да есть рубля, что? Давайте. Благодарю. Что это такое? Что вы делаете? Что вы вытворяете, скажите мне? Шура, эти цветы вы отнесете Зосе Синицкой. Последние деньги, почти 40 рублей. Зачем такой шик, а? Надо, Шура, надо. Боже мой. Чего не поделаешь, у меня большое сердце, как у теленка. А эти деньги все равно ничего не решали, нужна идея, а ее пока нет. Идите, Шура. Бендер безумствует, Шура, он нас погубит, он же совсем теряет голову, Шура. Здесь темно и тепло, как между ладонями. Вы нежная и удивительная. Вы лучше всех на свете. Помните, я рассказывала вам про Корейка, который делал мне предложение, помните? Да, помню. Знаете, он очень забавный человек, Корейка. Помните, я еще рассказывала, как он неожиданно уехал? Да. Он очень забавный. Да. Представляете, сегодня получаю от него письмо. Тоже очень забавное письмо. Что? Вы ревнуете? Да. Немножко. Ну и что вам пишет этот пошляк? Да что вы, он вовсе не пошляк. Он просто вот такой вот несчастный, бедный человек. Ну что ж вы встали, Остап? Ну садитесь! Ну садитесь же! Ну серьезно, я его вовсе не люблю. Просто он просит меня приехать к нему, и все. Куда? Куда приехать? Эй, нет, не где он? Вы же ревнивец, вы его еще убьете. Ну что вы, Зося, просто хочется узнать, где эти люди устраиваются. О, он очень далеко, он теперь работает на постройке восточной магистрали. В каком месте? Нет, честное слово, вы слишком любопытны. Ну нельзя же быть таким отелло. Зося, ей-богу, вы меня смешите. Разве я похож на старого глупого мавра? Просто хотелось узнать, в каком именно месте восточной магистрали устраиваются люди. Ну, хорошо, я вам скажу. Он работает табельщиком в северном укладочном городке. Ну, в общем, это так называется, городок. А на самом деле это поезд. Понятно? Мне Александр Иванович очень интересно все это описал.
Этот поезд укладывает рельсы, понимаете, и сам же по ним движется. А навстречу ему идет точно такой же поезд. Скоро они встретятся, будет торжественная смычка. И все это в пустыне он пишет. Верблюды. Правда, интересно? Очень интересно. Очень. Холодно, холодно. Зося. Поздно. Надо идти. И вообще, Зося, Зося, пора, пора. Как? Разве вы не проводите меня? Домой, конечно, конечно, но только... Подождите. Хорошо. Хорошо. Постойте. До свидания. И не приходите больше ко мне! Никогда! Слышите? Подождите! Зося! Нежная и удивительная. Зося! Зося! Нет, это не Рио-де-Жанейро. Надо идти. Надо идти, Адам. Курс на восток. Адам. Надо идти. Антилопа была хорошая машина. Но на свете есть много других машин. Скоро вы сможете выбрать из них любую. Адам, ну, новая машина. А как мы ее назовем? А мы ее назовем... Дочь антилопы. Адам, Адам, жизнь прекрасна. Невзирая на недочеты. Шура, где Паниковский? Где этот гусекрат? Шура. Ой, Михаил Смыслов. Ой, ой, ой. Ой, ой, ой. Давай, давай. Ой, ну, мне плохо. Иди, иди, надо. Я хочу есть. Гуся я хочу. Адам. Ой, мы жалкие, ничтожные люди. Я хочу в Черноморск, брат. Держитесь за старик. Вас ожидают золотые челюсти. Толстенькая вдовушка. Амфемина. Да, и целый бассейн кефира. Вперед, вперед. Нет, я не хочу вперед.
Балаганову я куплю матросский костюмчик и определю его в школу первой ступени. А нашему дорогому водителю Адаму Казимировичу я куплю новую машину. Какую марку вы предпочитаете, Адам Казимирович? Линкольн, Студебекер или Испано Чувизу? Изотто Фраскини, она практически... А вы ее получите, да. Спасибо. Не спешите. Ну, подождите меня. Давай, Бендер, вы знаете, Бендер, как я вас уважаю, но вы же ничего не понимаете. Вы знаете, что такое гусь? Знаю. Вы знаете, что такое шейка, ножка, крылышко? Вы знаете, как я люблю гуся? Знаю, в Арбате вы видели. Да вы ничего не видели. Я убиваю его одним ударом, как Тореадор я его убиваю. Вперед. Опера, когда я иду на гуся. Кармен, вы понимаете? Вперед, послушайте, вперед, Козлевич. Вперед. Это Фемина, это опера, ножка, шейка, крылышко. Стал невозможен. А? Шура! Шура! Шура, приведите сюда этого симулянта. Часто бывал несправедлив к покойному. Но был ли покойный нравственным человеком? Нет. Он не был нравственным человеком. Это был бывший слепой, самозванец и гусекрат. Все свои силы он положил на то, чтобы жить за счет общества. Но общество не хотело, чтобы он жил за его счет, а вынести этого противоречия Михаил Самуилович не мог, потому что имел вспыльчивый характер. И поэтому он умер. Все. Я кончил. Скажите вы, Шура. Товарищи, международная обстановка. Наш ответ Чемберлену – господству. А я его побил за гири. И еще раньше с ним дрался. Ну-ну. Вперед. Надо идти. Ну что вы встали, как вкопанные? До ближайшей станции 20 верст. А там на восток. Не знаю как, не знаю на чем, но доедем. Ну что, голуби? Знаете, Бендер, я не поеду. Не обижайтесь, но я не верю. Я не знаю, куда нужно ехать. Мы все там пропадем. Я остаюсь. Я тоже хотел вам сказать... Не верю. Как хотите. Что вы будете делать? А что, пойду в дети лейтенанта Шмидта опять? А я антилопу гну, думаю, собрать. Пойду к ней, посмотрю, ремонт ей дам. Thank you.
Хороший человек, Корейка. Что вам стоит достать весь чемодан? Еще чего захотели. Остап Ибрагимович, когда же мы будем делить наши деньги? Хацапетовка, выходите, гражданин, приехали. Да, кстати, я совсем забыл. Вы, может, хотите меня зарезать? Разрубить тело на части, отправить малой скоростью в разные города, а голову заквасить в бочке с капустой? Так я против. Можете не пересчитывать. Меня как в банке. Хорошая была папка. Жалко отдавать. А деньги нужны. Мерси.
Вот я и миллионер. Так снимайте меня в кино. Сбылись мечты идиота. Александр Иванович. Стоп, стоп, не спешить. Мы пассажиры, два билета. Два. Минуточку. Первый класс имеется. Два билета, вот. Спецрейс, пассажиров не берем. Пардон, подождите. Я покупаю самолет. Заверните в бумажку, слышите? Василий, закрывай! В сторону! А? А? Минутку! Стоп, товарищ! Стой! Видали, а? Что? А? Перегибы на местах! Александр Иванович, я эмир Динамит. Если еще два дня не будет приличной пищи, я взбунтую местные племена. И вот что сделаю. Объявлю священную войну джихад, ну, например, Дании. Повод найдется. Зачем они убили своего принца Гамлета, а? Точно! Куплю англичан оружие. Англичане любят продавать огнестрельное оружие. Представляете себе, вход диких племен в Данию, в Копенгаген. А впереди я на белом верблюде. Пам! Да черт побери, эффектно. Эх, жаль, Паниковского нет. Ему бы датского гуся. Вот бы порадовался старик. Ну, проснитесь, Александр Иванович. Александр Иванович, городок, не уступающий Багдаду. Я был тут лет 5 назад, читал лекции о борьбе с абортами. Есть тут два заведенница в восточном вкусе. Но это не Рио-де-Жанейро. Сегодня же в поезд и на запад. Большим культурным центром. Осмотр картины «Иван Грозный убивает своего сына» остается в силе. Нет, с меня хватит, я остаюсь. Пойду на вокзал, сдам чемодан в камеру хранения и устроюсь где-нибудь работать. Сейчас везде нужны хорошие счетоводы.
Разрешите? Нет, нет, любезный. Это останется при мне. Благодарствую. А это вам на чай за услуги, на память. Иностранец, что ли? Да нет, я его знаю. Давайте, граф, вас зовут из подземелья. А что? Очаг? Я больше не буду. Очаг. Шура. Как сейчас дома? Узнаете? Командор! Нет, нет, не обнимайте меня. Я теперь гордый. Забурел! Забурел, а? Забурел! Да, я забурел. Видите на мне этот костюм? Европа, класс А. Безымянный палец моей правой руки унизан перстнем. 4 карата. Так. Ну, а вы что? Все в сыновьях? Да так, все больше по мелочам. Командор! 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 Скажите, Шура, пожалуйста, только честно, сколько вам нужно денег для счастья? 100 рублей. Нет, Шура, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья, ясно? Чтобы вам было хорошо на свете. За полное счастье? Да. 6400. Ну, ладно. Получите. 50 тысяч. Неужели тарелочка? Да. Тарелочка с голубой каемочкой. Подзащитный принес в зубах, долго махал хвостом, прежде чем я согласился взять. Теперь командую парадом. Чувствую себя отлично. Рио-инженера. Поехали, а? А ну его к черту. Нет никакого Рио-де-Жанейро. И Америки нет. И Европы нет. Ничего нет. Вообще, последний город на Земле – это Шепетовка, о которой разбиваются волны Атлантического океана. Ну и дела. Ни один доктор все объяснил. За границей – это миф о загробной жизни. Кто туда попадает, тот не возвращается. Прямо цирк. Ух, как я теперь заживу. Бедный Паниковский. Михаил Самуилович. Вот порадовался бы старик. Прошу почтить его память вставанием. Прошу сесть. А Козленович, он все-таки собрал свою антилопу и работает в Черноморске. Шура. Вот письмо прислал. Но. Пишет, что живет хорошо, только денег нет. Но. Просит прислать маслопроводный шланг и зовет приехать к себе. Поеду доставать ему шланг. Да не надо, я ему новую машину куплю. Давайте подумаем о вас. Вы же босяк, Шура, горьковский тип. Вас надо приодеть, умыть, дать вам капитальный ремонт. Едем в Гранд-отель, едем.
Я там забронировал номер на имя дирижера симфонического оркестра. И фамилия дирижера знаете как? Шмидт. Я вас определю в школу первой ступени. Вы научитесь читать, писать, а потом... Шура, перед вами открываются врата великих возможностей. Вы будете человеком. Папаша, полтинник, до метрополита везешь или за руку? Бросьте, Шура. В этой карете прошлого далеко не уедешь. Такси, разумеется, не достать. Придется воспользоваться трамваем. Шура, берегите карманы! Кровал! Украли! Вот он! Держите его! Вот он! Ага! Жулик! Карманник! Вор! Украли! Редикюль украли! А там бодреница! Рубль 75 копеек! Держите же его! Держите же его! Смотрите, редикюль украл! А ведь там профсоюзный билет! Я ведь член профсоюза! Он же лишил меня! Вы понимаете? Не выпускайте его! Держите его крепко! Ведите его в милицию! Не выпускайте! Я не нарочно, ведь я машинально. Машинально. Вот и крест, я не хотел, я машинально. Гражданин, машинально. Держите его за шиворот, его держите. Он лишил нас. Скорее, в милицию его ведите. Я не хотел, я механически гражданин. Я не хотел. Очаков, до свидания! Командор, до свидания! Я случайно, я не нарочно, до свидания, до свидания! На Москвой, ой-ой-ой, ой-ой-ой, зашла, зашла луна. Да бела, бела, бела раскалена. Все ребята, ребята и девчата, ча-ча-ча-ча, глаза хмелели без вина. Отчего, 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 отчего они хмельны? Хоть и в тези, тези, тези сосильны, бродят по аспурные че-че-че-че-че. Дружка, дружку влюблены! А ну-ка. Тори открывали, беспризорного сжигали, дверь открыли, он танцует, говорит, закройте, дует. Петра Великого, близких нету никого, только лошадь и змея, вот вся его семья. Жрец, любимец Рабиндраната Тагора, знаменитый индийский брамин Йог. Йоканан Марусидзе. Номера по опытам Шерлока Холмса. Курочка-невидимка. Пророк Самуил отвечает на вопросы слушателей. Материализация духов и раздача слонов. Да что же это такое, граждане? Вас тут целая шайка-лейка собралась. Граждане, которые без мягкости в жесткий вагон к себе уходите. Не волнуйся, батя, все нормально. Как же у вас без мягкости, батя? Не хотите? Я сейчас к главному пойду. Это же наши гости, товарищи. Они пришли только посидеть. Мы же с заводской практики едем. А в правилах строго воспрещается. Прошу очистить купе. Что вы, папаша, пассажиров не нужно линчевать без особой необходимости. Чего? Нужно быть гостеприимным. Пойдемте, я вам сейчас все объясню. Удивительная вещь, ребят. Еще утром мы не были с ним знакомы, а теперь чувствуем себя так, будто знаем его 10 лет.
Ура! Согласно закону гостеприимства. Давно бы так, отец! Этому сухарику один шаг до точильного камня. И этот шаг, кажется, уже сделан. Слушай, поступай к нам в политехникум. Стипендия 75 рублей. Будешь жить, как бог остав, понял? Каждый день компот дает столовая. Летом на Урал махнем на практику. Ребята, я уже кончил один гуманитарный вуз. А теперь чем занимаешься? Где устроился? Педагогом. По какой линии работаешь? По финансовой линии. Бухгалтером. И кем служишь? Счетоводом. Инкассатором. Кассиром. Деньги выдаешь. Нет. Рая. Я не служу. Я миллионер. И сколько у вас миллионов? Один. Работать надо было. Мне хватает. Да, плохо работает. Малова. Лошадь и змея. Ну вот и вся его семья. Вот это номер. Все без обмана. В каждой пачке 10 тысяч. Миллион без какой-то мелочи. Здорово. Вот так, Саша. Живу как бог или как полубог, что в конечном счете одно и то же. А сколько мы должны за чай? Брось, старик, что за счеты? Сколько мы выпили, ребята? Я пойду узнаю трудника. Ребят, я пойду узнаю, как там наши вещички. Мне тоже надо вещички. Посмотри. Куда это все побежали? Правда, мы пойдем узнаем, ребят. Что вы, черти, приуныли? Снимайте меня! Куда, куда вы, Раечка? Давайте споем что-нибудь железное. У меня прелестный волжский бас. Куда все побежали? Пойду посмотрю. Подождите, я пошутил. Я трудящийся, я дирижер симфонического оркестра. Попустите. Верьте мне. Верьте, я сын лейтенанта Шмидта. Мой папа турецко подданный. Обманул вас, Адам. Ну? Я не могу вам купить ни Изоту Фраскини, ни Испану Чиизу, ни даже Бьюик. Государство не считает меня покупателем. Оно интересуется, каким путем заработаны мои деньги. Единственное, что можно было бы приобрести такую же рухлядь, как ваша антилопа. Почему? Мой Лорен Дитрих, добрая машина. Вот если бы еще подержанный маслопроводный шланг. А, шланг я вам привез. О! Еще какой-то автохлам. О, вот спасибо, теперь мне никаких Бьюиков не надо. Но это единственное, чем я могу вам помочь по части механизации. Спасибо. Да, вы знаете новость, Адам? На каждого гражданина, даже партийного, давит атмосферный столб весом 214 кило. Ну и что? Как что? Это научно-медицинский факт. С недавнего времени мне стало тяжело. Вы представляете, 214 кило давят круглые сутки, особенно по ночам. Я плохо сплю. Что? Нет, ничего, я вас слушаю. Мне очень плохо, Адам. Меня никто не любит, как говорил Паниковский. Кстати, почтим его память в Ставане. Поехали. Поехали. Куда? Куда? Куда угодно. Вы знаете, Адам, вчера на вокзале ко мне подошла старуха и предложила купить вечную иглу для примуса, а я не купил. Мне не нужна вечная игла.
Я не хочу жить вечно, я хочу умереть. Ну, боже. У меня налицо все пошлые признаки влюбленности. Отсутствие аппетита, бессонница и стремление писать стихи. Вот, послушайте, что я накропал вчера ночью при колеблющемся свете электрической лампочки. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Хорошо? Да-да. Талантливо? Замечательно. И только утром, на рассвете, я вдруг вспомнил, что этот стих уже написал А. Пушкин. Какой удар от классика. А вы были у нее? У Зоси Викторовны? Нет, и не пойду. По причине гордой застенчивости. Я ей послал телеграмм на 350 рублей из разных городов страны. И не получил ответа даже на полтинник. Это я, которого любили домашние работницы, домашние хозяйки, вдовы. И даже одна женщина с зубной техник. Нет, я туда не пойду. До свидания, Адам. Подождите, куда вы? Может, подвезти? Заверните. Благодарю. Зося, я приехал. И отмахнуться от этого факта нельзя. Знаете, Зося, на каждого человека давит атмосферный столб весом 214 кило. Вы не замечаете? Печальный влюбленный. Да. Я типичный Евгений Онегин. Он же рыцарь, лишенный наследства. Да какой там рыцарь? Не сердитесь на меня, Зося. Примите во внимание атмосферный столб.
К тому же, мне кажется, он давит на меня сильнее, чем на других граждан. Это от любви к вам. И потом, я не член профсоюза, от этого тоже. А кроме того, еще и потому, что вы врете больше других граждан. Это не ложь. Это законы физики. А может, нет никакого атмосферного столба? Все это мои фантазии. Вы поймите, Зося, мне 33 года. Возраст Иисуса Христа. Что я сделал до сих пор? Учения не создал, учеников разбазарил. Мертвого Паниковского не воскресил. И только вы. Ну, до свидания. Мне в столовую. Я тоже пойду в столовую. Съем каких-нибудь щей, может, полегчает. Да нет, там только для студентов. Ну, я так посижу. Познакомьтесь, пожалуйста. Перикл. Фемиди Перикл. Бендер Задунайский. Вы еще и Задунайский? Да, Задунайский. Ведь вы тоже теперь не только Синицкая, судя по носкам. Да. Я Синицкая Фемидия. Уже 25 дней. Серебряная свадьба. Сегодня. Мне нравится ваш муж. Мне самой нравится. Иногда бывает, мои юные друзья, что молодость проходит совсем не так, как представлялось в младенчестве. И жизнь оказывается грубой и низкой, как басовый ключ. Да. Вы знаете, в этом флотском борще плавают обломки кораблекрушения. А вы, собственно, по какой линии работаете? Я, собственно, руководитель из-за коллектива железнодорожных художников. Я окончил в Хутемас. Коллективом. Я так и думал. Я пойду, пожалуй. Не буду вас отвлекать. Это помешает вам правильно выделять желудочный сок, столь необходимый для здоровья. Увели девушку. Прямо из стойла увели. Представитель ИЗО коллектива увел девушку единоличника-миллионера. Тоже апостол Павел нашелся. Адвентист седьмого дня. Бессеребренник, сукин сын. Пардон, повешусь. Убивать надо таких толстовцев. Добрый день, товарищ. Одну минуточку. Вы что, не что вы, товарищ? Мне только справку. Мама, дядя, я даже калош не снял. Разрешите, товарищ, что вы? Мне только спросить. На одну минуточку. Мне посылочку обратно на минуточку. Товарищ. Минуточку, минуточку. Товарищ, на минуточку, посылочку. Мы не выдаем обратно посылок, товарищ. Как? Не лезьте, везотели. Уже отправили, я... Почему? Я ж только час тому назад сдал. Мы обратно посылок не выдаем. Сейчас моя очередь. Подождите, минуточку. Товарищ, ведь это моя посылка, вы понимаете, моя. Я ее сдал, я ее хочу взять назад. Я забыл вложить баночку варенья из райских яблочек дяде. Дядя будет очень обижен. На минуточку, товарищ. Ну. Обратно посылок не выдаем, товарищ. Боже мой, вложить баночку варенья, райские яблочки. Ничего с вашим дядей не будет. Вы не знаете моего дяди. Мой дядя самых честных правил. Я бедный студент, я заводчик, у меня денег нет. Нищее детство в Кременчуге. Дядя грудью меня вскормил, женщины. Товарищи, граждане, умоляю вас, как общественника, как человека. Где мне ее сейчас тебе искать? Там. Там 3 тонны посылок. Мой дядя. Он не перенесет. На тебе водиться. Не разрешают же вложить. Ладно, не звери, не леопарды. Я не согласен. Когда нужно помочь, мы не помогаем. Я на вас жаловаться буду. Нет, ну все-таки. Ну что,
Только так больше никогда не делайте, товарищ. Никогда. Никогда не сделаю. Честное слово. Честное студенческое слово. Спасибо. Спасибо. Довольно психологических эксцессов. Довольно самобичеваний и самокопаний. Пора начинать трудовую буржуазную жизнь в Рио-де-Жанейро. Парижские сувениры. Эти маленькие вещицы немного скрасят вашу серую пограничную жизнь. Бранзулетка! 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 Ну-ну. Я буду жаловаться на вас в большой Курулдан. Какое отношение? Эксплуататоры трудового народа! Отойди! Отойди, кадры! Эксплуататоры трудового народа! Интеллигентного человека! Я тронулся! Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Не надо оваций.
Графа Монте-Кристо из меня не вышло. Придется переквалифицироваться в управдомы. Конец. Конец.